И соперники, что называется, поджимали, и конкуренция была очень серьезная. Но в итоге произвольная программа получилась у них просто замечательная. И они опередили ближайших соперников, тех, кто претендовал на бронзу. Очень хорошее преимущество у них в итоге было. И заслуженные бронзовые медали у фигуристов, которые впервые приехали на чемпионат Европы. Известная музыкальная композиция Нино Рота из кинофильма Феллини «Ла Страда».